Вот представьте, 3-миллионное количество людей вышло в пустыню. И у них не было таких 20-30-40-метровых шестов, чтобы они могли поставить и там медного змея на него вытащить. От силы может быть 2-3-метровая какая-то палка или связка. И распространить все это множество людей по площадке в одноэтажном порядке. Не в 12-14, а в одноэтажном порядке. Территория огромная будет. Огромная. Ну как тому, кого укусили змеи на конце лагеря, увидеть того, тот предмет, который на 2-3-4-метровой высоте от земли находится? Как увидеть? Нужна вера. Кому-то нужно было ползти, чтобы увидеть. Кому-то можно было преодолевать страдания. Вот сегодня ты, находящийся на этом месте, проползай мимо своих предубеждений и сомнений, своего неверия, хоть ползком, кому есть возможность, бегом беги к Иисусу, чтобы тебе сердцем своим посмотреть на Него и верой получить то спасение, которое и сегодня щедро дается через Его святое имя. Слава нашему Господу! Пусть Господь каждого благословит!